Готов к труду и обороне. На этот раз в Люберцах нормы ГТО сдали самбисты. Напомним, этот вид спорта вошел в российский комплекс физических нормативов в 2015 году. Интересно, что само название самбо – это сокращение от самозащиты без оружия. Этот осенний день на стадионе «Торпедо» запомнится членам Всероссийской Федерации самбо надолго, ведь сегодня здесь они впервые сдают нормы ГТО. И я сегодня как посол этого комплекса ГТО и одновременно президент Федерации самбо приветствую этого. И мы хотим своим примером показать, как нужно относиться к своему здоровью и как нужно выполнять указы президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Самбо включили в комплекс ГТО 2 года назад. Еще в советские времена этот вид спорта входил в комплекс физических нормативов. Поэтому у экспертов и возникла идея возродить утраченный опыт. Сегодня среди спортивных испытаний для сдачи нормативов ГТО по самбо – бег, подтягивание, отжимания, плавание, стрельба и другие. Вот я только что пробежал кросс. Видите, еще отдышаться не могу. Все очень замечательно. Такой прекрасный праздник. Вот. Ну, мы хотим показать всем, и в том числе нашим самбистам, и всем спортсменам, и детям России, что пределов возраста нету. Надо в любом возрасте выходить на беговую дорожку. Самбо занимаются не только мужчины. Девушки по всей стране активно интересуются этим видом спорта. Секретом популярности самбо у прекрасной половины человечества поделилась мастер спорта России по самбо Нина Новгородцева. Пока веду золото, но вот сейчас осталось 2 километра пробежаться, стрельба и плавание. Ну, надеюсь, все-таки на высший значок сдать. Самбо – это очень хороший вид спорта для всех девушек разной комплектации. От миниатюрных манекенщиц до таких более побольше. Самбисты отлично знакомы с техникой правильного падения, что очень важно как в непредвиденных опасных ситуациях, так и в банальных бытовых. В общем, плюсов от занятий самбо огромное количество. Именно поэтому в конце мая было принято решение о создании Федерации самбо в городском округе Люберцы. На данный момент этим видом спорта здесь занимаются в 10 клубах. Кроме этого, самбо преподают в школах. У нас в Люберцах действует программа самбо в школы. Эта программа сейчас пробуется на базе 9-й школы. 635 человек, учеников, в качестве 3-го урока физкультуры посещают секцию самбо, где их учат прежде всего правильно падать, объясняют основные базовые принципы нашего вида спорта. В Люберцах проводят большую работу по популяризации самбо в округе. Как раз с этой целью во время сдачи нормативов ГТО на стадионе «Торпедо» Владимир Ужицкий и Сергей Елисеев подписали важный документ – меморандум о развитии самбо на территории Люберец. Планируем совместная деятельность, взаимодействие, помощь Федерации Люберецкому спорткомитету, самбистам. Мы, кстати, создали Федерацию самбо в Люберецком районе. У нас сегодня это более 800 человек занимается самбо. Я думаю, эта цифра будет расти. Самбо относительно молодой, но быстро развивающийся вид спорта. Его официальной датой рождения принято считать 16 ноября 1938 года. Философия самбо – противодействие противнику без применения оружия. У самбистов очень развиты морально-волевые качества, чувство патриотизма. Занятия самбо формируют твердый характер, стойкость и выносливость. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.